Добрый день, друзья! Я снова с вами. Если честно, не ожидал такого количества сообщений и комментариев с просьбой продолжать озвучивать самому. Но на то это и эксперименты, чтобы понимать все в сравнении. Правда, немного огорчило, что материал готовился неделю и был действительно хорошим. Но многие решили выключить видео раньше. Из плюсов также показали себя шантажисты и истерички, сеющие смуту и панику в комментариях. Этим людям, кого я не успел кикнуть, хочу сказать, если не отпишитесь, как и обещали, то я верну новую озвучку. А если серьезно, это решение помогли принять люди с адекватными обращениями, и за это вам спасибо. Значит, будем повышать качество звука своими силами. Ну что-то я разговорился, к делу. Сегодня у нас очередной брифинг LAPD по случаю применения оружия при задержании. 11 октября 2018 года, примерно в 5 вечера, патруль конной полиции остановил мужчину для того, чтобы выяснить происхождение используемой им тележки. Why don't you step over here then? For what? Step over here to the glass. For what? I already told you, you're not supposed to have the shopping cart, right? So what? Okay, turn around then for me, partner. Turn around. Yo, you want to... Oh, you want to try and cut me, right? You want to... Hey bud, just put down the razor blade. Just put the razor blade down. Okay. Hey, are you guys at the station? Are you available to respond for a... We're at the station. Well, I can head out there if you want. Where you at? Мужчина неадекватно реагирует на сотрудников полиции, а позже офицеры замечают в его руке опасную бритву. Подозреваемый был опознан как Джордан Коллинз. На место инцидента прибывает супервайзер из Metropolitan Division, который организовал координацию действий офицеров. Им же был вызван наряд, имеющий при себе дробовик, стреляющий малолетальными мешочными зарядами, который был применен Коллинзу. Okay. But let me just talk to you about it and let me go ahead and get you a conversation with you. Okay? So we want you just to relax and that's the circumstance. Get up here, I said, and take this from him. I'm gonna have one of my guys just go. All right, I need you just to chill out and hold up, okay? Hold up and just relax. Just drop it and don't do anything. If he goes northbound, hit him. Just drop what you got in your hand. Edward, I need somebody to block on El Centro, north of Sunset, now. No, he's got a razor. Relax, buddy. It's not worth it. Relax. Drop it. Hit him. Hit him again! Stop resisting! El Central, north of Central. 415 man. Stop resisting! Get his arm, watch his knife! Relax! We're gonna get you help, relax! Okay, we're gonna get you help. Hold on a second. Let's get him on his side now. Please. Flip him on his side. Please. Get him on his side. Thank you. I'm gonna sit you up.
После того, как выстрел мешочным зарядом не произвел должного эффекта, Коллинз бросился бежать на север по Эль Централ Авеню, но практически сразу был остановлен сотрудником полиции. Обратите внимание на технику нанесения удара. В доли секунды убегающий оказывается на земле. Напоследок камера сотрудника, производящего удар. Стандартный выпуск применения оружия в пятницу, и получается он очень интересным. Видео с единичными инцидентами будут появляться между выпусками в рандомные дни. Больше новостей вы можете узнать пока в единственной группе ВКонтакте. На сегодня все. Всем удачи!